Очередные два блока, третий и четвертый, во втором кейсе 80-77 номер одного из них, 83-48 другого. Третий и четвертый блоки, 19 и 20 всего открыт блок и очередь за пакетами. Что-то интересное. Толстая карточка. Нет, ошибся я. На самом деле самые обыкновенные. Ну вот, а параллелка все же была. Вот действительно толстая карточка, двойная джерси драфта. И вновь отличные куски, что не может не радовать. 5+1. Так, дальше смотрим. И что же будет здесь интересного? Ну и что будет еще интересно? 5+1. Три карточки в этом блоке. Ну, хотя бы джерси красивая. Мы сейчас все увидим, конечно. Последние 4 пакета. По-моему, даже серебра нету. Нет, одна карточка все-таки есть. Так, и смотрим. Блок номер 3, второго кейса, Виталий Шулаков, нефтехимик, Ростислав Шпирка, Спартак, Петр Чеслава, Северсталь, Томаш Староста, Югра, это все серебро, теперь золото, Вячеслав Литовченко, 3 из 100, Амур, Сергей Зиновьев, Салават Юлаев, 29 из 100, Степан Захарчук, Акбарс, Евгений Коротков, третья золотая параллелка, Амур, 37 из 100, Брэндон Рид, ЦСКА, и Алексей Терещенко из Казанского Акбарса. Теперь хиты, 5+1, Алексей Мурыгин, Амур, Амура много в этом блоке, 269 из 300, Олег Горошко, Динамо Минск, 195 из 300, и Марцел Хосса, 97 из 300, Динамо Рига. Ну и джерси двойная, драфта юниоров, Никита Языков, Андрей Кузьменко, представляют они соответственно Новокузнецкий Металлург и Московский ЦСКА. Три цвета видим мы сверху и три цвета снизу. Никита Языков, Андрей Кузьменко, 109 из 150, Новокузнецк и ЦСКА Москва. Итак, переходим к четвертому блоку, номер его 8077, говорил уже об этом в начале видео. Четвертый блок, всего 20-й. Так, достаточно вполне пакетов на один раз. Смотрим, здесь
содержимым. Смотрим за содержимым. Две параллелки уже есть. Так, и 5 плюс 1. Параллелки 5 плюс 1. Продолжаем. Еще 6 пакетов. Так, что здесь интересного? Еще одна параллель. Один снова. И что-то желтое. Это у нас четверная джерси этой серии. Три хита пока. Еще, значит, должен быть четвертый. Ищем его. И это джерси. Джерси финальной серии. На этот раз одинарная. И остается. Остается 6 пакетов. Нет, 5, нет, 6. Ну и, в общем-то, все на этом с четвертым блоком. Теперь надо посмотреть хиты. Лукаш Кашпар, Донбасс, Илья Проскуряков, ЦСКА, Майкл Райан, Медвежчак, Михаил Якубов, Югра. Это все серебро. Как и Артем Гореев из Новокузнецкого Металлурга, теперь золото. 7 из 100. Илари Фильпула, ЦСКА. Далее Сергей Борисов, Атлант, 14 из 100. Мирослав Блатяк, Авангард. Майкл Гарнет, Трактор. И золотая параллелка, Олег Горошко, Динамо, Минск, 6 из 100. Такие параллели. И теперь хиты. Хиты. Дэрон Куинт, Спартак, 5 плюс 1, 30 из 300. Дэрон Куинт, Дилан Рис, Амур, 33 из 300. Дилан Рис. Дэрон Куинт. Еще раз, на этот раз в составе трактора, финальная серия. Джерси одиночная, 118 из 250. Дэрон Куинт, трактор, кусок мегафона справа, одноцветный кусок слева. И четверная джерси, отличнейшая карта. Денис Кокарев, Илья Горохов, Майкл Гарнет, Владимир Антипов, 39 из 99. И все куски, ну, правые два двухцветные. Левый верхний тоже двухцветный, но это кусок эмблемы какой-то. И трехцветный кусок у Гарнета снизу слева. Такая вот отличная карточка. Итак, 20 блоков открыли. Молодцы мы все.